Из-за непогоды в московском аэропорту Шереметьево задерживаются десятки рейсов. Перрон воздушной гавани залило водой, что стало причиной задержки десятков внутренних международных рейсов. Из Чебоксарского аэропорта имени Андриана Николаева в столицу России летают самолеты авиакомпании «Победа». Вечерний рейс с вылетом в 17:25 как раз в терминал Д Шереметьево. Как рассказали нашей программе в пресс-службе авиагавани Чебоксар, на данную минуту все вылеты совершаются по расписанию. Аэропорт Чебоксар работает в штатном расписании. Никаких нештатных ситуаций, задержек ни вчера не было в связи с погодными условиями в других регионах.